не только надоедливые, но и опасные. Омских комаров признали разносчиками паразитов, характерных для стран с влажным климатом. А впервые на территории Омской области выявлена ДНК возбудителя дирофиляриоза. Говорится в официальном докладе Роспотребнадзора России. Комары становятся переносчиками болезни, если укусят зараженное животное. Чаще всего это городские собаки. Паразит начинает жить под кожей человека и может добраться до глаз. С 2009 года в регионе зафиксировано 16 случаев заражения. Заболевание имеет хронический характер. В организме хозяина паразит развивается медленно. Сложность в том, что удалить его чаще всего возможно лишь хирургическим путем. В данном случае переносчиком может быть только комар в наших условиях. И поэтому условия инфицирования – это когда человек находится, допустим, в сельской местности, на даче, на рыбалке, занимается там туризмом, охотой и другими видами деятельности, где его могут покусать комары. Комар должен быть инфицирован. Поэтому, в общем-то, источником, откуда комар берет возбудителя, является в основном плотоядное животное, и наиболее таким важным это являются кошки, собаки. У них-то и были выделены в прошлом году возбудители.